Единовременную выплату в размере 5000 рублей получают пенсионеры по старости, инвалидности и потере кормильца. Она не зависит от того, работает человек или нет. Эта выплата будет произведена абсолютно всем пенсионерам. Бывают такие ситуации, что пенсионеры, которые имеют право на пенсию на 31 декабря 2016 года, но по каким-то причинам они еще ее не получили, она не назначена, находится в стадии рассмотрения, то 5000 им тоже будет назначено вместе с пенсией. В отделе пособий социальных выплат района поясняют, есть два вида мер поддержки. Один никак не связан с доходами, другой напрямую от них зависит. А поскольку данная выплата не является мерой социальной помощи, она будет учитываться при расчетах дохода семьи. То есть, если получатель субсидии обратится за льготой и в расчетный период попадет январь, то данную выплату учтут. Повлияет ли это на оказание социальной поддержки, специалисты будут смотреть в каждом конкретном случае. За более подробной информацией можно обращаться в отдел пособий социальных выплат Искитимского района.